Здравствуйте, я Маргарита. В этом отделе я не продаю сувениры, а продаю хорошее настроение вам и вашим близким, и, может быть, кусочек счастья. Конечно, многие из вас скажут, что я выражаюсь пафосно, но посудите сами, кому-то для полного счастья не хватает совсем чуть-чуть, кому-то норковой шубы, кому-то крутой иномарки, ну а кому-то скромной розочки от любимого человека. Согласитесь, не все, но большинство из вас так думает. При свете стервозности натуры Габриэль Шанель говорила: «Я предпочитаю скромный букет фиалок от любимого человека, потому что в камне нет души, а в маленьких цветах заключается большая его любовь». Будучи став богатой и знаменитой, Коко Шанель продолжала дарить друзьям открытки, сделанные своими руками. Она говорила: «Я не дарю друзьям открытку, а дарю им частичку себя». В нашем современном мире не совсем хватает времени на то, чтобы сделать такие прекрасные вещи своими руками. Но выбрать по душе любимого человека мы можем. Например, вот это семейное дерево, которое мы можем оформить своими руками. И оно принесет счастье и радость нашим близким людям. Существует древняя притча. Три слепца хотели узнать, что есть слон. Один прикоснулся к нему и сказал, что он подобен колонии. Второй прикоснулся к нему и сказал, что он подобен змее. Ну а третий же слепец прикоснулся к нему и сказал, что он подобен веревке. Но никто из них так и не угадал, что есть слон. Слон – это удивительное существо. По мнению многих людей, именно он олицетворяет удачу, благосостояние и счастье семейного очага. И неудивительно, что слоники являлись коллекционерами 20 века. Один мой знакомый сделал дорогой и качественный ремонт в своей квартире. Новые окна, новые двери, новый потолок, новый пол. Но не смог добиться настоящего уюта, но не было в нем души. Обратите внимание на эти картины. Именно в них вложена теплота рук настоящего мастера. И, может быть, эти картины станут вашей семейной реликвией и будут передаваться из поколения в поколение. Приходите к нам в отдел сувениров Маркштадт, секция 105. И мы вам поможем подобрать гнездышко для вашего семейного счастья.